Конечно же, самое вкусное, это, конечно же, здесь, дорогие телезрители. Взгляните, пожалуйста, мультиварка, скороварка от компании Energy. Это, смотри, как мы приготовили. Я сейчас все буду выкладывать с гарниром, с картошкой. Мы приготовили ее, еще раз напоминаю, в 3 раза быстрее, потому что это скороварка, дорогие друзья. Внимание на экран. Слушай. Дорогие телезрители, такое же бесподобное мясо с гарниром. Вы сможете приготовить уже ваши мультиварки-скороварки, если, конечно, поскороваритесь и позвонить по телефону, который вы видите на своем экране, кстати. Дорогие друзья, слушайте, ну я не знаю, я прям вот специально демонстрирую вам, уважаемые телезрители, без всякого ножа, без всякой ложки, без всякой шпажки. Посмотри, как легко разваливается, посмотри, мягкое, свежее, хорошее и вкусное, дорогие друзья. А теперь ключевой момент, Олег, сколько готовила наша скороварка-мультиварка? Скороварка наша готовила за 30 минут, дорогие 30. Друзья. Это ускорение процесса, уважаемые телезрители. 30 минут, вы представляете? 30 минут. 30 минут. 30 Сколько минут. Вы готовите там, в духовке? Сколько? Мясо жесткое, невкусное. Здесь бесподобно вкусное, мягкое. За 30 минут. Дорогие друзья, все очень быстро, потому что скороварка – это ускорение процесса. Ну что, вам интересно? Так, вам интересно, как она устроена? Давайте рассмотрим и расскажу. Дорогие друзья, внизу, конечно же, находится нагревательный элемент. Это очень важно, потому что он распределяет температуру по всей поверхности. Взгляните, вот он, абсолютно все безопасно, дорогие телезрители. Вот он, клапан. Если вы вытаскиваете все, конечно же, закрываем крышкой, которая плотно закрывается, и клапан, который фиксирует все наши выпуски. Но ты знаешь, я хотел заострить твое внимание, Оля, очень важно, вот на эту чашу. Она тоже идет в комплекте? Она идет в комплекте. Во-первых, это 4 литра, дорогие телезрители, 4 литра, и она полностью из антипригарного покрытия. Это настоящий цельный алюминий. Посмотрите, опять доказательство, да, для вас, наши любимые телезрители. Мы хотим, чтобы вы были уверены в качестве, которое мы предлагаем вам. А я вместе с вот этими с дровами отправляю туда. Все наши, мои, например, дети сейчас на даче. Так, так вот, давай с тобой тоже наш символический костер разожжем и что-нибудь здесь приготовим. Ну нет, это, конечно же, шутка. Посмотрите, здесь у нас и бумага, которая сейчас поджег Олег. И дрова. Здесь у нас пластик. Нет, пластика нет. Итак, дорогие друзья, смотрите. Вот для он. Усложнения процесса я бросаю пластик. Я хочу его сейчас выжечь. Я хочу, чтобы он как будто пригорел. Посмотрите, вот он горит. Но он не пригорает, дорогие друзья. Мы вам доказываем в прямом эфире. Ничего не происходит, уважаемые телезрители. Остается абсолютно новое, дорогие друзья. Остается совсем мало времени. Ведь мультиварки-скороварки у нас в игре. Ограниченной партии. Конечно же, я сейчас протираю специально. Ты знаешь, вот я даже показываю нашим телезрителям, что здесь у нас горит, что нет смысла доказывать. Я протираю, а это остается абсолютно чистое. Итак, да, дорогие друзья, посмотрите еще раз. Посмотрите, пожалуйста, дорогие телезрители, абсолютно чистая чаша. Она еще пока томится. Она не томится, я ее протер, кстати, ничего не пригорело, дорогие друзья, посмотрите. Но помните, сегодня у нас рецепты, любимые рецепты нашего детства, ты уважаемые телезрители. Ты прям в эту же чашу будешь закладывать? Да, я в эту чашу, я ее протер, потому что она абсолютно чистая, еще раз, антипригарное покрытие. Мы сейчас приготовим очень быстро. А вот сейчас, дорогие телезрители, тот самый момент, который вы так долго ждали. Фирменный рецепт от Олега Сотникова. Записываем. Итак, дорогие друзья, перчики фаршированные. Мы взяли перец, морковь, лук, какая томатный красота. Сок. Кстати, я очень обожаю в томатном соке, чтобы они готовились. Потому что это просто и легко. Итак, что нам осталось сделать, чтобы эта мультиварка работала? Во-первых, нам остается... Во-первых, мы уже положили. Нам остается, вы согласны, включить. Поэтому взглянем, пожалуйста, на табло. Взгляните, все на русском языке. Все очень просто. А теперь смотрите, выбираем тушение. Ой, не с той стороны. Вот это. Смотрите, 30
35 минут. Все, время пошло. 35 минут будут тушиться наши перцы. А ваши перцы сколько готовятся на плите? Гораздо дольше, я знаю, сама так раньше готовила. 35 минут в нашей мультиварке-скороварке. Кстати, ключевой момент, раскрываем секрет, почему мультиварка-скороварка Дело называется. Дело в том, что, Оль, ты помнишь, у наших бабушек были скороварки, вот такие старые, которые постоянно что-то не работали, замыкали. Здесь абсолютно безопасно, потому что компания Energy все продумала. Вау. Это инновационная технология. Теперь все электронное. А самое интересное, на русском языке разберутся не только мамы, не только молодые, но и бабушки, и дедушки, дорогие друзья. Все ускоряет процесс. А мультиварка — это многофункциональность. То есть ты можешь готовить сразу много-много блюд в два раза быстрее. Посмотрите. Итак, многофункциональное устройство, которое работает гораздо быстрее. Скоро варит, быстро варит. Посмотрите, здесь мы можем готовить любое абсолютно блюдо. Где вы видели мультиварку, скороварку, которая готовит абсолютно любое блюдо в три раза быстрее. Итак, дорогие телезрители, взгляните, сколько много голени вместилось, а именно 4 литра чаша позволяет нам с этим легко справиться. Голени, тушеные в настоящем соусе со сметаной, с овощами, с помидорами. Посмотрите, как румяно хорошо выглядит. Правильно показывает выпечка. Правильно, рядышком стоит выпечка. Совершенно верно. Выпечку здесь тоже можно готовить. Итак, подведем небольшое резюме. Выпечка, да пожалуйста, духовка вам для этого не понадобится. Плита вам тоже не понадобится, потому что вкуснейшие гарниры и даже плов казан не нужен. А вот и заменитель казана. Совершенно ты правильно сказала, Ольга. Заменитель казана. Какое хорошее слово, потому что здесь рассыпчатый, великолепный плов получается с легкостью. Вы нажимаете приготовление риса всего лишь. Внимание, приготовление риса. И ваша великолепная мультиварка-скороварка все готовит за вас. 4 литра с легкостью позволяет это сделать. Взгляните, все просто и легко. Мультиварка, многофункциональность, скороварка, ускорение процесса. Вот согласись, Олег, все-таки это лучшее для нашего дома. И порой иногда мы так устаем, приходя с работы. Куда мы идем? К плите, конечно же. Готовить для своих домочадцев. Ну, не надо больше стоять возле плиты. Вы с утра заложите все ингредиенты, да и будьте готовы к тому, что вы будете отведать самую вкусную еду. Например, супчик. Да, совершенно верно. Кстати, я хотел нашим показать телезрителям. Посмотрите, мы абсолютно разные блюда готовим. Абсолютно разные. Вы посмотрите, и плов, и суп. Вспомните, как мы тратим на приготовление супа. Вам надо сделать поджарку, испачкать несколько видов посуды, сковородку, кастрюлю. Зачем вы этим занимаетесь? Зачем вы себя мучите? Поместили все сюда, еще раз нажали всего лишь одну кнопку и идете заниматься своими делами. А вот сейчас нашим телезрителям нужно набрать только один лишь телефон. 8 800 301 6090. Звонок по России бесплатный, и вы сэкономите деньги прямо сегодня. Возьмите две, одну для себя, вторую в подарок, и получите еще и бесплатную доставку. Оля, у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько ты тратишь время на приготовление холодца? Мне к вопрос к Оле. И к вам, уважаемый телезритель. Очень стыдно сказать. Говори. Я вообще этим не занимаюсь. Не занимаешься? Я всегда на маму перекладываю. Так. Мамочка, на Новый год не приготовишь на холодец? Потому что ненавижу. Это 6 часов варить. 6 часов, дорогие друзья. Теперь, если вы стоите, сядьте. За 70 минут готовит наша великолепная скороварка. Посмотрите, какой навар. Посмотрите, сколько коренья. Вот это можно легко отправлять. Стоп. Перебрав, отправить в холодильник, это еще застывает. Еще раз, холодец варится за сколько? За 70 минут. Здесь есть специальный режим, специальная кнопка, минут. Уважаемые телезрители. 70 минут, это чуть больше одного часа. Холодец, сколько обычно мы с вами его делаем? 6 часов, не меньше, это же правда, согласитесь. 70 минут, вы будете готовить именно столько в нашей мультиварке-скороварке, ваш холодец. Кстати, дорогие телезрители, мультиварка-скороварка сокращает время приготовления до 70%. Слушай, Олечка, взгляни, как он играет. Оль, взгляни, пожалуйста, вот этот прекрасный студень, он же холодец, мы приготовили в нашей мультиварке-скороварке. Внимание, за 70 минут. Забудьте 6-7 часов. Это было вчерашний день. Это было с прошлыми скороварками. Это ускорение процесса. Вот этот холодец за 70 минут, это реально, дорогие друзья. И, между прочим, дисплей здесь очень доступный. То есть
есть вы думаете, как я приготовлю холодец? Вообще, что я должна сделать? Ну, во-первых, дисплей доступный, понятный. Ну, а во-вторых, вы получите рецептную книгу, которая прилагается к вашей мультиварке скороварке. Здесь вы найдете миллионы рецептов, но вначале изучаем сердце. Итак, дорогие друзья, вот я сейчас не пойму, а как... Так, какая, на какой... Ага. Итак, дорогие друзья, взгляните, я хотел включить отсрочка приготовления, тушение, детское меню, рыба, суп и, конечно же, холодец, мясо, каша и рис. Все кнопки многофункциональные, 8 основных программ и даже детское меню. Детское меню, ничего себе! Вот это да, я первый раз такое слышу, у меня... Маленькие детки, да, действительно. Я помню, когда совсем недавно они были совсем маленькими, нужно было готовить им пюрешки. Мне было лень. Так, дорогие друзья, теперь это все исключено, потому что это уникальная мультиварка-скороварка, где вы можете с легкостью приготовить, внимание, детское меню. Есть специальная функция приготовления, специальная кнопка приготовления детского меню. Вот, вам, нам незачем вас обманывать. Взгляните, вот эта книга идет в комплекте, дорогие Слушай, друзья. Слушай, ну вот посмотри, раньше мы пюре как делали с нашими мамочками? Как? Конечно, яблочко отварим, потом вилочку возьмем, все это. Вот очень долго начинаем переминать. Посмотрите, вы можете сами сделать все это с легкостью, без вашего рукоприкладства. Ваша мультиварка может все это с легкостью перемолоть. Мультиварка-скороварка от компании Energy. Это 8 основных программ, дорогие друзья. 8. Здесь есть еще кнопки. Еще, конечно же, разношерстные. Потому что, нажимая одну кнопку, подразумевается много-много приготовлений видов блюд. Мы специально для вас выбрали лучшую мультиварку-скороварку и предлагаем для вас лучшую цену, которая экономит ваши деньги, ваше время. Имеет уникальную кнопку детское питание. И также еще уникальная кнопка отсрочка приготовления. Дорогие друзья, отсрочка приготовления. Где вы видели в скороварке, в мультиварке? В мультиварке, да, а в скороварке не было. Здесь есть отсрочка приготовления. Ой, ну действительно, отсрочка старта здесь есть, но нельзя ни в коем случае откладывать свой звонок. Дорогие телезрители, взгляните, мультиварка, скороварка, 8 основных программ. Это ускорение процесса, вы можете и тушить. Если вы хотите приготовить на даче, да нет проблем, потому что она не тяжелого веса. Перевезли, мало потребляет энергии, перевезли. Занимайтесь своим огородом, занимайтесь детьми. Конечно, Олег, я вот вспоминаю, как мы всей семьей приезжаем на дачу. Так, рассказывай. Конечно, бежим к плите, потому что все голодные, с дороги, нужно поесть. И мы целой семьей готовим, готовим. Потом только приготовили, казалось бы, выходим за пределы кухни. Опять нужно возвращаться, потому что семья-то на даче, как всегда, прибывает в полном составе. Нужно опять готовить и готовить. Да нет конца и края, а как же грядки, а как же отдых на гамаке, как же общение с нашими соседями. Дорогие телезрители, возьмите на дачу отличный вариант.